Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило расширить программу «Дальневосточная ипотека», а конкретно включить в нее вторичное жилье в Магаданской и Сахалинской областях и на Чукотке. Идею поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно проекту, молодые семьи смогут приобрести жилплощадь под 2% не только на первичном рынке. Напомним, это ограничение вызвало негодование колымчан, ведь в регионе строительство новых жилых домов идет медленно. Госпрограмма поддержки молодых семей «Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока» стартовала в декабре 2019 года. Ею могут воспользоваться граждане России до 35 лет включительно. Это могут быть супруги, которые состоят в браке, или одинокие родители, которые воспитывают ребенка не старше 18 лет. Кредит можно использовать на покупку недвижимости в одном из 11 регионов Дальнего Востока. Для сохранения ставки 2% молодым семьям необходимо прописаться в квартире или доме, который они приобретают.